Проверка на меткость. В Славянске на Кубани прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. За победу приехали побороться команды со всего Краснодарского края. С подробностями мои коллеги. Соревнования проходили на базе электротехнологического техникума. Побороться за выход в финал в Славянск приехали допризывники из 12 районов Краснодарского края. Абинского, Калининского, Красноармейского, Динского, Крымского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Тимошевского и городов Новороссийска, Анапы и Геленджика. Среди почетных гостей в этот день был ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Открыл соревнования председатель районного совета Григорий Литовко. Стала доброй традицией праха месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы на территории Славянского района проводить соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Я хочу поблагодарить вас, дорогие ребята, за то, что вы добились определенных результатов на этапах своих, которые прошли у вас в поселении. И сегодня на районном уровне команды. Соревнования проходили в двух возрастных категориях. 9 команд приняли участие от учреждений начального профессионального образования и еще 12 сборных от общеобразовательных учреждений. На это соревнование были допущены учащиеся, которые прошли конкурсный отбор в своих муниципалитетах, то есть это лучшие стрелки, можно так сказать, из тех районов, которые они представляют. Допризывники отметили, что эти соревнования не только воспитывают и развивают мужские качества, а еще и готовят к предстоящей службе в армии. Ну, конечно, дает большой плюс к этому, к армии. То, что мы приходим в армию, уже хоть что-то знаем, какие-то азы. Цель очень хорошая этих мероприятий, так как оно большое влияние влияет на молодежь, на развитие молодежи, подготовки к армии, в общем, защите Родины. Среди участников соревнований в этот день были и воспитанники Славянского юношеского центра «Кадетское братство». Как рассказал заместитель директора центра Геннадий Кулешов, у них обучается около 2000 ребят. В центре ребята получают полную допризывную подготовку. Что касается соревнований, то благодаря им у будущих защитников Отечества закаляется характер и появляются другие жизненные ценности и интересы. И главная цель – это оторвать ребят от улицы, чтобы они не занимались наркоманией, не курили, не употребляли спиртные напитки, а больше занимались в таких клубах, в классах, где есть такая направленность. Победители соревнований определили среди учащихся школ и учащихся техникумов. Среди сборных общеобразовательных учреждений на первом месте оказалась команда из города Анапа. Серебро у ребят из Новороссийска и третье место заняли допризывники из Абинского района. Среди учащихся начального профессионального образования лидерами стала команда Динского района. На втором месте команда из Абинского района и бронза у команды города Анапа. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».